На территории Артемовского городского округа проведено межведомственное мероприятие, направленное на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства. В профилактических рейдах приняли участие сотрудники Управления МВД России по Приморскому краю, отдела МВД России по городу Артему, а также коллеги из Управления ФСБ России по Приморскому краю. Выявлено 5 правонарушителей. Так, в районе улицы Первая Западная были остановлены автомашины, водители которых осуществляли пассажирские перевозки. У 2 граждан Узбекистана отсутствовал патент, разрешающий заниматься данным видом трудовой деятельности на территории Приморского края. В отношении них полицейские составили административные протоколы. Еще один водитель такси допустил повторное нарушение. В отношении него составлен административный протокол за повторное в течение 1 года осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в Российской Федерации без патента. Граждане были отстранены от права управления транспортными средствами. В отношении правонарушителей составлены административные протоколы за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления. Выявлено 2 правонарушителя миграционного законодательства. В отношении иностранных граждан составлены административные протоколы за нарушение иностранным гражданином режима пребывания в России. Федерации. Решением суда 2 правонарушителям назначен административный штраф в размере 2000 рублей. Решением суда 3 иностранным гражданам назначено наказание в виде штрафа с административным выдворением в форме принудительного перемещения за пределы Российской Федерации. До завершения процедуры выдворения за пределы Российской Федерации правонарушитель будет находиться в центре временного содержания иностранных граждан. Мероприятия по выявлению и пресечению нарушений в миграционной сфере будут продолжены.